Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Хочу вам сегодня показать свою тыковку. Называется тыква крупноплодная, улыбка, кустовая. Что при нее? Масса тыковок до килограмма 700 грамм. С сладкой мякотью и дынным ароматом. Странно, как она может называться крупноплодная, если тыковки до килограмма. Так, на одном кусте может образовываться до 15 штучек. Вот они какие у меня красавицы. Действительно, они сладкие и отдают ароматом дыни. Сколько здесь штучек на кусте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но, увы, до 15 штучек слишком далеко. Здесь вообще одна завязалась. И странно, как будто бы разный сорт. С одной пачки. Там такие, а здесь вот такие. Удивительно. Опять пересортится, попадается. Здесь сформировалось всего 3 штучки, 4. Но все равно очень красивые. Кожура в ней мягкая. Она не толстокожая. И правда, кожура мягенькая. Вот буду выращивать ее на зиму. Буду сама кушать. Она у небольшого размера. И ее будет очень-очень прекрасно запекать. Странно кустовая, но ветвь пошла коса. Ну ладно, зато не такие длинные косы, как у меня были тыковки. Это ужасно. По 30 килограмм вырастали, а косы метров по 10. Очень красивая. Конечно, на семена я возьму вот с кустика. Где кустиком растет? Дыней очень много. Объедаемся. Но на семена выбрать нечего. Какие-то все маленькие. Погода стоит холодная. Ночью 10 градусов всего. По-видимому, семена мне придется покупать на рынке дыню. Такую же самого сорта. И собирать семена. Вот такая красота у меня выросла. Сейчас пойду познакомлюсь с другой красотой. До свидания, до новых встреч. Жду гостей.